заниматься будут. Что это житья нет? Разве может пенсионер там такие деньги платить, как они хотят там всякое? Ну, да, не оформлены еще участки, мы же видели, делать-то то другое. Ну, что ж, был заработан закон, жили спокойно, а теперь тоже будет. И вот столько писем уже. Да. И будет союза заниматься, какой-то новый закон там будет. Ну, чтобы деньги брать. Больше. Да. У нас все делается для... Они считают, что пенсионеры хорошо живут. Я вот сегодня 17 число, мне не перевели ни копейки еще. Вот так. Никакой, ни дети войны, все заглохло. Да. Ничего не хотят платить, вот так. Да. Пришла и сунула карту в этот банкомат. И все, как были 43 рубля, так и есть. Антонина Ивановна, у меня там у Лены остался шланг какой-то от стиральной машины там. А-а-а. Так если когда, может быть, потом, так это может понадобиться там. Ладно, хорошо. Забрала или что-то их потом. А-а-а, ладно, хорошо. Ну вот, и поехала, еще нет сдачи. А-а-а. Поехала там, ну, кое-что там убрать, да все это. Никак не бочки развела все там. Ну, все понятно. Там. Вот. Ну, в общем, вот будет слушать надо про этот закон. Ага. Еще не выпустили, не знают уже, как оболванит нас. Ну да. Обмануть. А вот сказали, будет большой налог за землю. Да. Вот, налог будет большой. Стреляют все дороги, чтобы были между дорогами 4 метра, в общем... больше 4 метров, чтобы дорога была дома. Потому что не разъехаться. У нас такие дороги узкие, я говорю, даже столб зацепили. Да. Вот, чтобы были шире дороги, что не проехать, не машинам не разъехаться. А за счет чего? За счет участков. Люди-то уже, вон, что там, наша машина туда-обратно, не проехать между, до дома не доехать. В общем, все делают только для себя. Да. Но самочувствие ничего? Нет, вот мы ходили, квартплату оплачивали с Романом. А у нас что-то газ не пришел. Нет, у меня все пришло, и мы ходили, это... А, это... Газ, электричество не пришло. Ой, и зайдет. Ну, ага, ну ладно, давайте, пока.